Архивные данные. Столько труда, свечения имен по крупицам собрали. Монахов, попов, чернота, череда. Все данные вроде из сферы сакральной. Журнал за журналом, статью за статьей читают, слезой застилают. Не видно Христа, груды жертв, воронье, и пишут, и топят вилами. Ни строчки, ни звука о Библии нет. Кромешная тьма над Россией. Мы лучшие, больше нас, каждый аскет. Пропахли неладаном псиной. Клянуть несогласных, когда-то опасных, ни проблеска слова Писания. Спорят о букве и придуманных гласах, столетиями, а не часами. Века этой тьмы непрорубной и дикой, и ныне нисколько не лучше. Давятся дедовой затхлой обидой, но только призлее и пуще. Кто прав? Староверы в обрядах засели, двуперстно невежество к небу подъемлют, а эти триперстно убили и съели, с Никоном Сталин, поганый подельник. А боги поют, а им Бог ни к чему, ссылаются не на слова Иеговы. Куда ни взглянул, плакать горько начну, утеряна истина, Божье слово. Пока безуспешно не восстановить авторитет абсолютное Писание. Оно лишь способно нас всех обновить, кто гонит из скрытых лесами. Найдите в архивах послания небес ветхие и новые заветы. Без Библии мутит лукавейший бес. На все в этой книге ответы. 23 сентября 2003 года.